Привет, друзья! Привет, уважаемые любители шахмат! Сегодняшний мой ролик будет посвящен не какой-либо красивой партии. Как вы видите, рядом со мной слева нет доски. Не какому-либо другому шахматному вопросу мы ничего разбирать сегодня не будем. Сегодня я бы хотел поговорить об одном, на мой взгляд, чрезвычайном происшествии. То есть, на мой взгляд, налицо диверсия. Настоящая диверсия. Дело в том, что... Давайте коротко опишу ситуацию. Выскажу свое мнение. Зачитаю решение комиссии по этике от 14 декабря 2018 года. Прокомментирую там, где могу. И выскажу свое мнение. Итак... 14 декабря 2018 года комиссия по этике Федерации шахмат России в составе председателя комиссии Лымарь, членов комиссии Ноткина, Белавинец, Томашевского, Борисова рассмотрела в открытом заседании заявление Василевич Т.П., в котором заявитель указывает на неэтичное поведение президента Челябинской областной шахматной областной федерации шахмат Шушарина М.А. и просит на основании пункта 3.3 положения комиссии по этике ФШР публично осудить проступок Шушарина М.А. на сайте ФШР с принесением публичного извинения. Значит, сразу же давайте посмотрим, что такое пункт 3.3 положения комиссии по этике. Так, сейчас я... вот она. Так, комиссия по этике. Документы. Смотрим в документы, положение комиссии по этике, находим пункт 3.3. Пункт 3.3 в рамках своей применения ответственности, в рамках своей компетенции комиссия в зависимости от тяжести совершенного проступка вправе принять решение о применении следующих мер воздействия. Вынесение предупреждения, публичное осуждение. Проступка с публикацией на сайте, аннулирование результата, обязанность принесения публичного извинения и тому подобное. То есть, чем дальше, тем строже может наказывать. Пойдем дальше. Изучив доводы заявителя, приложенные к заявлению материалы, а также письменное объяснение Шушарина М.А., комиссия установила следующее. Василевич Т.П. обратилась в комиссию с просьбой применить меры дисциплинарного воздействия президенту Челябинской областной федерации шахмат Шушарина М.А., чьи действия, по мнению Василевич Т.П., порочат честь и достоинство спортсмена, его родителей, организаторов судей, а также деловую репутацию Василевич Т.П. как тренера и президента Федерации шахмат города Евпатории. Предметом спора явилось выступление юной шахматистки в турнире поколений по быстрым шахматам, проходившем в марте еще в Республике Крым, в рамках спортивного мероприятия «Весеннее первенство города среди школьников». Успешное выступление Корневой Полины в указанном соревновании послужило основанием, как считала ее тренер Василевич Т.П., для присвоения ее ученицы первого разряда. Соответствующее ходатайство с необходимыми документами было направлено президенту Челябинской областной федерации шахмат Шушарину М.А. по месту жительства Корневой Полины, город Магнитогорск, Челябинская область. Кратко прокомментирую эти несколько абзацев. Значит, смотрите. Первое. В Евпатории прошел турнир, насколько мне известно, по шевенингенской системе. В турниры по шевенингенской системе, по их результатам, согласно ЕВСК новому, присваивать не первый разряд, не кандидата в мастера. Это первоначальное заявление было присвоить второразряднице звание кандидата в мастера. Насколько я знаю. Нельзя присваивать ни первый, ни кандидата в мастера. Пойдем дальше. Соревнование однодневное по быстрым шахматам. Корневой Полине 10 лет. Иначе говоря, присваивать разряд по результатам этого турнира нельзя. То есть, на мой взгляд, уже здесь вопрос может быть снят. В принципе. То есть... Нельзя присваивать. Василевич Т.П. считала, что можно присваивать.
Выяснилось, что с ЕВСК незнакомо, присваивать нельзя. Неспроста, я думаю. Вот. Пойдем дальше. Чем же, теперь будем выяснять, чем же оскорбил Максим Анатольевич всех. Как видно из заявления Василия Шушарина М.А., ознакомившись с итогами турнира, его результаты не признал, полагая, что успешное выступление Корневой Полины и ряда других участников турнира стало возможным не потому, что она так сильно играет в шахматы, а вследствие неспортивного вмешательства в ход или в результаты партий. Данную позицию он изложил Василевич ТП в социальной сети ВКонтакте, а также в своем обращении в исполнительную дирекцию ФШР от 29.05.18. Из объяснения Шушарина М.А. усматривается, что указанное в его адрес обвинение он не признает, поскольку высказывал Василевич ТП свою позицию только на личной странице в социальной сети ВКонтакте, а свое обращение в исполнительную дирекцию ФШР он в действительности не направлял, отправил его копию только Василевич ТП. Настаивал на том, что высказал Василевич ТП свое личное оценочное суждение, исходя из собственных этических соображений, сделал это в частном, а не в публичном медиапространстве. Вот здесь у меня, конечно же, появилась мысль посмотреть, где же они переписывались ВКонтакте. Я заходил на страничку Максима Анатольевича, заходил на страничку Татьяны Васильевич. Ни там обсуждения нет, из чего делаю вывод, что это обсуждение велось в личной переписке. То есть в медиа Максим Анатольевич ничего конкретно про Татьяну Васильевич как тренера и Полину Корневу как ее ученицу не говорил. Непосредственно именно про них не говорил. Пойдем дальше. То есть, действительно высказал свое мнение. При этом его мнение основывалось на чем? Ну, оно основывалось в первую очередь на законах математики. То есть, что я имею в виду? Сейчас я постараюсь вам объяснить. Значит, в этом турнире, по результатам которого Татьяна Васильевич представила Корневу Полину к присвоению первого разряда, было сыграно 16 партий из 81, то есть около 20%, в которых при разнице в рейтинге от 4 до 1000 пунктов слабейшая сторона выигрывала или делала ничью. Возьмите статистику с любого турнира. Я понимаю, дети молодые, дико растущие. И вы поймете, что процент неимоверно высок. Это основание думать, что что-то здесь нечисто. Попробуйте сами посчитайте. Посчитайте, какова вероятность, что, скажем, шахматист уровня 2300 сделает ничью или выиграет матч у шахматиста уровня 2700 с лишним. И вы увидите, скажем, в матче из тех же 7 партий. Кстати, вот еще один важный момент. По 7 партиях тоже нельзя присваивать никакие разряды, согласно ЕВСК, насколько я знаю. Посмотрите, какой процент должен быть. Посчитайте, какая вероятность у 2300 не проиграть матч шахматисту 2700 и выше. И вы поймете, что основания для подозрений у Максима Анатольевича были вполне достаточно. Ну, мы пойдем дальше. Так. Проверив доводы Шушарина, комиссия указывает, что 29 мая 2018 года в исполнительную дирекцию ФШР в электронном виде поступило официальное обращение Максима Анатольевича с приложениями, в котором он просит аннулировать итоги указанного выше турнира, поскольку результат выступления Корневой и ряда других участников в турнире 31 марта стал возможным не потому, что она так сильно играет в шахматы,
а вследствие неспортивного вмешательства в ход или в результаты партии. При этом каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что успешное выступление Корневой, Полины Аравны и других участников турнира стало возможным, вследствие неспортивного вмешательства в ход или в результаты партии Шушарин ММА в исполнительную дирекцию ФШР не представлено. Вот, тоже кратенько прокомментирую. Так же, как и Максим Анатольевич, все члены комиссии имеют высшее образование и вполне способны посчитать вероятность выступления, вероятность того, что участники с рейтингом, с разницей в рейтинге в 400 и более пунктов из 81 партии в 16 выступят успешно, выиграют или сделают ничью. Мне кажется, это вполне достаточное основание и для того, чтобы заняться вот такой математикой, не обязательно, в общем-то, чтобы кто-то просил это сделать. Мне кажется, что, скажем, Евгений Юрьевич Томашевский вполне способен был бы озвучить цифру и понять, что на основании этой цифры вполне резонный вывод делается. Идем дальше. Довод Шушарина МА о том, что Корнева сделала три ничьих и одну партию выиграла с игроками, имевшими более высокий рейтинг быстрой шахматы, чем у нее, не подтверждает, по мнению комиссии, наличие какого-либо сговора либо признаков нечестной игры между ее участниками, а также тренерами, судьями и организаторами соревнований. Ну, несомненно, тут снова кратко прокомментирую, несомненно, не подтверждает, но посмотрите, 16 партий вместо 7. И поймите, что подозрения обязаны закраса. Комиссия, имея в виду, что одними из структурных подразделений ФШР являются контрольно-дисциплинарная комиссия и комиссия по этике, призванные бороться с любыми проявлениями нечестной игры, отмечает, что Шушарин Максим Анатольевич в случае каких-либо сомнений неспортивного вмешательства в ход или в результаты партии был вправе обратиться с соответствующим обращением в указанные инстанции. Однако этого не было сделано. Так, я вкратце тоже прокомментирую это. То есть, да, Максим Анатольевич мог обращаться в комиссию по этике или в комиссию, в контрольно-дисциплинарную комиссию, но вот сейчас мы видим, что что комиссия по этике, получив на руки все материалы, тем не менее вынесла то решение, которое я зачитаю вам ниже. То есть он правильно в нее не обратился. Вот. А в контрольно-дисциплинарную комиссию, почему он не обратился, я не знаю. То есть я могу только предполагать. Но вот я вижу в контрольно-дисциплинарной комиссии, в составе комиссии, Солонков Дмитрий Владимирович. Мне не совсем понятно, что он там делает. Почему? Мне непонятно. Дело в том, что Дмитрий Владимирович организовывал и проводил турниры памяти очень хорошего человека, Евгения Георгиевича Зудова, который сделал очень многое для развития шахмат в Нижнем Тагиле. И это, конечно, прекрасно, что он их проводил. И эти турниры получили статус Кубка России. Но в этих турнирах под его патронажем участники получали призы через год и более. Многие участники получили заработанные ими призы. В РШФ Российская шахматная федерация не могла не знать об этом, потому что участники, знакомые мне лично, обращались. То есть не все, некоторые получили вовремя, но очень многие получили вот более чем через год этот приз свой, заработанный. В РШФ участники обращались, и даже статус этапа Кубка России был снят с этого турнира. Но Дмитрий Владимирович остался в комиссии, контрольно-дисциплинарный. Значит, если это видео будет смотреть кто угодно из руководства Российской шахматной федерации, считайте, что я к вам обращаюсь с просьбой удалить Дмитрия Владимировича из состава контрольно-дисциплинарной комиссии на основании именно того, что не выполнялись обещания данные участникам. Иначе в
В частности, не выполнялось обещание своевременной выплаты призов. Пойдем дальше по Максиму Анатольевичу и комиссии по этике. Таким образом, обращение Шушарина М.А. в исполнительную дирекцию ФШР комиссия квалифицирует не как намерение исполнить свой гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы в установленном порядке. В этом случае он бы обратился в соответствующие контрольные органы ФШР, компетенции которых отнесено рассмотрение подобных заявлений и принятие по ним решений, а исключительно намерением причинить вред другим лицам, их деловой репутации, то есть имело место злоупотребление правом. Снова прокомментирую. Не было никакого злоупотребления правом, потому что человек изначально не имел права, человек Корнева П, не имела права на присвоение разряда. В этом отнюдь не вина Максима Анатольевича, а его обращение как раз в исполнительную дирекцию ФШР свидетельствует только об одном. Он не знал, вот мое мнение, он не знал, комиссию по этике подавать, в контрольно-дисциплинарную или еще в какую комиссию. И мое мнение, что исполнительная дирекция ФШР была просто обязана перенаправить это обращение в соответствующую комиссию, чтобы та разбиралась. Это бы существенно упростило, на мой взгляд, и рассмотрение вот этого дела. Может быть, вот этого бы решения и не было бы, если исполнительная дирекция Федерации шахмат России сразу отправила в соответствующую комиссию обращение Максима Анатольевича. Дальше. Кроме того, комиссия расценивает действия, сколько их бездействия Шушарина Максима Анатольевича в части отказа согласования документов указанного турнира на присвоение очередного звания Корневой П, как затягивание и волокиту, допущенное ответственным должностным лицом под надуманным предлогом. Ну вот тут у меня вообще слов нету. Согласно ЕВСК, присваивать нельзя. Поэтому действия или бездействия по присвоению, они в любом случае будут надуманными. То есть они могут казаться чем угодно. Присваивать нельзя. Нельзя. И это удивительно, что такие уважаемые люди, как Максим Геннадьевич Ноткин и Евгений Юрьевич Томашевский, подписали вот это обращение. Мне было бы очень интересно, я обязательно сообщу Максиму Геннадьевичу и Евгению Юрьевичу Томашевскому, что упомянул их в этом ролике, и попрошу прокомментировать. Надеюсь, что пойдут навстречу. Но было бы, вот лично мне кажется, что было бы намного лучше, если бы они реально собрались, изучили все материалы этого дела и отменили свое решение. Или вынесли другое. Какая волокита, если присваивать нельзя? Вы о чем? В силу пункта 5.1 положения комиссии по этике ФШР, комиссия организует свою деятельность на основе принципов гласности, беспристрастности, независимости и справедливости. С учетом изложенного, комиссия соглашается с доводами заявителя Василевич Т.П. о том, что мнение Шушарина М.А., изложенное в социальной сети ВКонтакте и обращении в исполнительную дирекцию ФШР, порочат честь и достоинство юной шахматистки Корневой Полины, ее родителей, других участников турнира, судей и организаторов соревнования «Турнир поколений», а также деловую репутацию ее тренера Василевич Т.П. Ну что ж, я считаю, что доводы не годятся никуда, но я понимаю, что могут быть и другие варианты. Мне бы хотелось более расширенного объяснения, почему с этим мнением соглашаются. Дело в том, что вот ВКонтакте я не нашел, может быть, конечно, плохо искал, а на страничке Максима Анатольевича от 10 октября я увидел такой пост. И, конечно, под роликом будут все ссылки. Пост называется «Ужас-ужас». Фотик черных котиков. Там описывается ситуация. Давайте я зачитаю. Есть у нас в Челябинской области одна юная шахматистка. Рейтинг весной был примерно 1300. Играла в силу своего рейтинга. И тренер из другого региона, наверное, по скайпу занимаются.
Поехала она весной к своему тренеру и сыграла там в однодневном турнире по быстрым шахматам. А потом мне ее тренер присылает таблицу. Из таблицы следует, что юное дарование выполнило норму КМС. Ни до, ни после этого таких результатов она и близко не показывала. Выиграла партию у дяденьки средненько в 1960. Сделала три ничьи с 2-100, 2-250. Удивительно. Присмотревшись, я обнаружил еще три. Видимо, очень талантливых ребенка показали аналогичные феноменальные результаты. В общем, все с этой табличкой мне понятно. Я написал тренеру, что не стану заниматься присвоением никаких разрядов этой юной шахматистки по результатам этого турнира. Но тренер с упорством, достойным лучшего применения, мне все пишет и пишет. И мама девочки активно это поддерживает. Я понимаю, зачем это нужно тренеру. Будет всем рассказывать, что вот был ребенок, еле умеющий играть, и через год занятий уже кандидата в мастера выполнила. А вот зачем это нужно маме, понять не могу. Ну, купила она этот разряд. Уметь играть-то не купила, только портит ребенка. А ребенок очень способный, все говорят. Ужас, конечно, мне вся эта история крайне неприятна, и каждый раз, когда я рассказываю знакомым шахматистам про этот случай, вот в таком виде, без имен и названия, они реагируют одинаково. Это, наверное, было в таком-то городе, и все называют разные города. То есть явление широко распространено. А это уже просто ужас-ужас. Значит, что я хочу сказать. Вот в этом сообщении нет ни одной фамилии, ни одного имени, и порочить чью-либо честь и достоинство оно в принципе не может. То есть снова комиссия по этике, на мой взгляд, в корне не права. Смотрите, какое принято решение. Первое. Публично осудить проступок Шушарина Максима Анатольевича, совершенный им в отношении юной шахматистки Корневой Полины, ее родителя, ее тренера Василевич Татьяны Петровны, а также других участников, судей и организаторов соревнования «Турнир поколений», проходившим с 26 по 31 марта 2018 года в городе Евпатория, Республика Крым, в рамках спортивного мероприятия «Весеннее первенство города среди школьников». Один момент, краткий комментарий. Какой проступок Шушарина Максима Анатольевича осуждает комиссия? Неужели то, что он не присвоил ей разряд, который не имел права присваивать? Или то, что он вынес на обсуждение в социальных сетях без указывания, между прочим, фамилий и имен? Хотелось бы пояснений. Второе. Обязать Шушарина Максима Анатольевича в течение 10 календарных дней со дня официального опубликования настоящего решения на сайте ФШР принести на сайте ФШР публичные извинения Корневой Полине, ее родителям, ее тренеру Василевич Татьяне Петровне, а также другим участникам, судьям и организаторам соревнования «Турнир поколений», проходившим с 26 по 31 марта 2018 года в городе Евпатория, Республика Крым, в рамках спортивного мероприятия «Весеннее первенство города среди школьников». И у меня к вам, вот сразу же прокомментирую и это. За что он должен публично извиниться? За то, что не присвоил разряд, который не имел права присваивать? Или за то, что, никого не упоминая, вынес этот вопрос в соцсети? Да вы что? Насколько я знаю, Максим Анатольевич отказался приносить извинения, и я бы тоже отказался, и мне кажется, любой из членов комиссии тоже бы отказался приносить извинения, не пойми за что. И меня удивляет, что очень уважаемые люди взяли и подписались вот под этим обращением. Я считаю, что здесь имеет просто... имеет место просто целенаправленная диверсия на один из наиболее успешных регионов в плане развития шахмат за последнее время. В Челябинской области проводится колоссальное количество турниров. Благодаря Максиму Анатольевичу проводится мемориал Курносова. Ну, я, в общем, не буду говорить о его заслугах, что команды ездят на соревнования... и на мужские, и на женские, что на личные турниры ездят сильные шахматисты и те, кто может обучаться, что тренером, ну я лично получал от Максима Анатольевича за занятия с Ярославом Ремезовым, с Юлией Винокур, то есть он оплачивает из своего кармана тренеров из других регионов, если их тренер считает, что занятия с этими ребятами принесет пользу.
вот каких-то конкретных. То есть в данном случае, конечно, я занимался с подачи Татьяны Шумякиной, вот, тренера Ярослава Ремезова. Вот. То есть человек делает очень много для развития, проводит турниры с нормами гроссмейстера, международного мастера. Вы скажите мне, в каких регионах сейчас это проводится? Это реально показывается? Кто? Вот сообщите. Что вы хотите, чтобы... Да, Шушерин Максим Анатольевич, понятно, отказался сейчас извиняться. Ну и правильно сделал. В той формулировке, в которой, которая вынесена комиссией, лично мне непонятно, за что здесь извиняться. И вот в связи с этим меня интересует, что сделает дальше комиссия. Скажет, что, ах, нехороший Максим Анатольевич не выполнил наши требования. Давайте мы его отстраним от управления регионом, да? Я думаю, что автоматически это приведет к тому, что многие турниры тут же накроются в Челябинской области. И если действительно это нужно, то давайте вот по надуманному поводу за турнир, в котором нельзя присваивать норму за успех, давайте будем наказывать и убирать успешных руководителей. Давайте. Этого хотите? Ну, конечно, правильно. А Солонкова в этом случае я предлагаю не убирать, если вы отстраняете Максима Анатольевича, не убирать из контрольно-дисциплинарной комиссии, а дать ему возможность вообще возглавить какую-нибудь комиссию. Это же так здорово, шахматистам не выплачивали призы более года. Так, ну, в общем-то, я свое мнение высказал, и у меня огромная просьба ко всем, кого я упоминал в этом ролике, если вы его посмотрели, высказывайте свое мнение в обсуждениях. Пишите. Буду очень вам благодарен, если вы мне разъясните, в чем я не прав, объясняя свою позицию по этому вопросу. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Ну и не могу не сказать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки.